Потому что вот эта поговорка, она в большей степени похожа на наших бизнесменов. Если хочется работать, ляж, поспи, и все пройдет. То есть, если мы хотим что-то сделать, нам нужно брать и делать. А когда это заходит на подсознание, на привычку, то нам нужно привыкнуть, что у нас есть удовольствие от действия, а не удовольствие от бездействия. И когда мы становимся в удовольствии от действия, мы не ассоциируем себя со всеми достижениями, которые у нас есть. По какому принципу определяют мастера? По одному. По скромности. Он не начинает рассказывать, когда он готовит кушать, какие у него дорогие часы, какие у него дорогие туфли и сколько у него миллионов лежит в банке. Это не касается еды, и поэтому он может говорить только о еде, здесь и сейчас. Принцип, если мы начинаем хвастаться, радоваться, это не готовность принять и формирование того, чтобы больше так никогда не было.